С 15 по 19 сентября в Бресте проходил международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб, посвященный 75-летию Брестской таможни. Напомним, что это ежегодные соревнования. В этот раз в них приняли участие представители Беларуси, а также гости из Риги и Санкт-Петербурга. Несмотря на хорошую подготовку представителей таможенной службы Бреста, нашей сборной не удалось получить главный приз. Победу одержали россияне – команда Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Сам турнир прекрасно организован, он посвящен 75-летию Брестской таможни. Мы выступали здесь в 2010 году. На этот раз соперники все намного сильнее, простых игр нет, все очень напряженные. Соперники, все команды подравнялись, прибавили в классе, и нет проходных игр, все очень напряженно проходит. Команды, принимавшие участие в открытом международном чемпионате по мини-футболу, были заранее разбиты на две группы. По итогам игр были определены четыре команды, которые по олимпийской системе должны были выявить победителя и призеров турнира. Последняя встреча соревнования – матч за первое место, который и стал завершающим аккордом всей серии игр. Данные минуты проходят финальный матч, в котором участвует сборная команда таможенной службы Российской Федерации, сборная команда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. У нас будут хорошие призы. Достаточно сказать, что этот матч финальный при поддержке Ассоциации мини-футбола и Белорусской Федерации футбола транслируется в прямом эфире на интернет-сайте белорусского мини-футбола. Сыграны игры, кубки и грамоты уже вручены. Кто-то вернется домой с победой, кто-то с грустью от поражения. Но как бы ни было, участники турнира 2014 запомнят его и, возможно, в следующем году попробуют завоевать непокоренную вершину. Я приятно удивлен, скажем откровенно. Когда-то начатое дело оказалось очень полезным. Поскольку я сегодня на этом турнире вижу достаточно высокий уровень футбола, именно футбола, футзала, вот у меня есть возможность с чем сравнивать, и я вижу, что, в общем-то, тот внутренний, казалось бы, турнир, который проводят таможенные органы с привлечением правоохранительных органов других стран и государств, собственно говоря, он имеет... Ну, некоторый статус международного, скажем откровенно. И уровень футбола очень высокий. Когда задумывался этот турнир, в принципе, у нас в задумках есть то, чтобы он стал неофициальным чемпионатом Европы среди таможенных, ну или правоохранительных органов, по крайней мере. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.